Здрасте, спасибо, что вы пришли. Вообще, удивительное дело, что в такой, в общем, весенний день, когда, казалось бы, надо гулять, дышать воздухом, наслаждаться весной, вы пришли сюда, тут довольно темно и как-то... Ну вот это замечательно, по-моему. Хорошо, я постараюсь, чтобы вы не соскучились. Действительно, я вот хочу поговорить о космических телескопах. Не знаю, действительно они самые интересные из всех телескопов, но что они самые дорогие, это точно. Безумно дорогие инструменты. И вот я, собственно, хотел попробовать рассказать о том, почему действительно, несмотря на вот эту безумную стоимость, они продолжают запускаться, продолжают все новые и новые телескопы продолжают появляться. В чем, собственно, тут дело и почему мы не можем без них обойтись? И я решил не заниматься долгими историческими рассказами, а взять самые такие вот последние, как говорится, новости, последние известия. Я хочу начать с работы, которая сделана буквально месяца полтора назад. Это очень свежая, самая такая горячая новость. Вот. И в ней как раз участвуют космические телескопы. Я вот, может быть, на этом примере, может быть, будет видно, почему это так важно, чтобы они работали. Итак, вот это такая немножко смешная анимация. Это сверхновая звезда. Сейчас она взорвется. Бу-бу. Вот. Взорвалась. Да. Да. Конечно, вы, в общем, раз вы сюда пришли, вы знаете, что это такое, и как это бывает, от чего, и самое главное, чем это все кончается. Кончается все тем, что образуется вот такой разлетающийся остаток, так и называется, остаток сверхновой, supernova remnant. Вот. Это раскаленный газ с очень высокой температурой, синхротронное излучение светит во всем этом деле, а внутри, в серединке, находится чаще всего нейтронная звезда. Очень компактный объект, километров 10 размером. И часто он знаком нам как пульсар. Нейтронные звезды мы чаще всего видим как пульсары. Вот. Или когда они находятся в двойных системах, тогда тоже на них идет аккреция, и они тогда хорошо видны. А вот бывают такие нейтронные звезды, которые и как пульсары не работают, у них слабое магнитное поле, и двойной системы нет, там не входят они в двойную систему, изолированные одиночные нейтронные звезды. И это страшно редкие звери, то есть они-то вообще, наверное, частые, но обнаруживать их очень трудно, потому что они не светят в оптике, они светят только в рентгене, и то не очень сильно. И вот эта история начинается с того, что есть такие на южном небе Магеллановые облака. Наверняка слышали про них, а я даже видел. Большое Магелланово облако и малое Магелланово облако. Когда Магеллан когда-то приплыл в южное полушарие, то ему сначала показалось, что это действительно на небе такие тучки. Но потом он заметил, что они никуда не деваются, и в конце концов стало понятно, что это вот такие объекты на небе. Это галактики, спутники нашей собственной галактики. Вот одна побольше, другая поменьше. Неправильные такие вот галактики, неправильные формы. И вот мы как раз находимся в обсерватории Параналь в Чили. Это европейская южная обсерватория. Устройство, которое вы видите, называется «Очень большой телескоп». Так и называется. Very Large Telescope, VLT. И вот малое Магелланово облако, вот это оно крупным планом, там имеется остаток сверхновой, вроде того, который только что мы с вами видели. И телескоп Хаббл, космический телескоп Хаббл, а это вы чувствуете уже, значит, тему нашей беседы, вот, он, благодаря тому, что он способен различать исключительно маломасштабные объекты, он отнаблюдал в ней, в этом Магеллановом облаке, Вот этот голубоватый объект в середине – это остаток сверхновой. Остаток сверхновой, вроде того, который мы видели 5 минут назад,
Вот. Дальше в дело вступает второе действующее лицо этой истории. Это очень большой телескоп. Вот как раз вы видите башню этого телескопа. Лазеры адаптивной системы зажигают над ним в небе искусственную звезду, которая помогает компенсировать искажение атмосферы и получать очень с хорошим разрешением снимки вот этой вот остатка сверхновых. Дальше вступает в дело следующее действующее лицо. Это знаменитый спектрограф Муза. Называют его иногда Муза-Медуза, потому что видите, как он выглядит, как такое вообще переплетение каких-то трубок. В основном это эти трубки – это система охлаждения. Но спектрограф вообще чудо современной техники. Это совершенно потрясающий прибор, который, собственно, это интегральный спектрограф поля. Он может получать спектры на поле в несколько тысяч пикселей. В каждом пикселе он получает отдельный спектр. И вот с помощью этого спектрографа, тут вот, ну, не буду сейчас во все это вникать, в то, как он именно работает, вот он так вот делит поле на отдельные участки. И вот благодаря этой адаптивной системе, этому спектрографу, удалось получить вот в этой туманности вот такое вот примерно такое вот изображение центра этой разлетающейся остатка сверхновой. То есть вот это уже работа очень большого телескопа. Вот эти искусственные цвета – это линии кислорода и неона. Вот. А теперь вступает в действие следующий член этой команды, а это рентгеновский телескоп Чандра. Сейчас он уже перестал работать. Это снимок, ну, собственно, даже вообще это вообще не снимок, это работа художника. Но он примерно так и выглядел, действительно. Значит, это тоже космический телескоп. А нужен он был потому, что мы, слава богу, рентгеновского излучения из космоса на Земле не принимаем. Причем, слава богу, потому что нам, вероятно, было бы не очень приятно находиться под потоком вот этого жесткого рентгеновского излучения, которое для здоровья вряд ли очень было бы хорошо. Атмосфера нас от него спасает. И от рентгеновского, и от гамма-излучения. Но небо в рентгене и в гамма-диапазоне страшно интересное. И поэтому вот такой рентгеновский телескоп Чандра, он довольно, ну сколько, по-моему, около 8 лет он летал и получал изображение рентгеновского неба. Отдельно хорошо поговорить о том, как выглядит рентгеновское небо, вы были бы удивлены. Но не хочу слишком во много деталей влезать. Скажу только вот о чем. Ведь рентгеновские лучи, как известно, очень большие, обладают проницающей силой. Вы понимаете, что они, ну, вот они могут, например, человеческое тело пробить насквозь, и они плохо задерживаются, они очень высокоэнергетические и проходят через вещество. Как же тогда сделать так, чтобы рентгеновское зеркало собирало рентгеновские лучи в пучок? Не получается, потому что они поглощаются веществом, а не отражаются. Поэтому, видите, существует такая специальная система зеркал, которые отражают рентгеновские лучи как бы по касательной. То есть они не отражаются, как обычный свет, от, ну, по нормали, а они попадают на специальное вещество по касательной. И действительно удается собрать их вот в фокальной плоскости. Вот это вот схема рентгеновского телескопа. И вот Чандра получила вот это изображение той же самой туманности остатка сверхновых. И, наконец, все это мы собрали вместе. Вот это композитный снимок, в который попали и изображение Чандры, и изображение телескопа Хаббл, и изображение очень большого телескопа со спектрографом Муза. Вот это все вместе. И смотрите, что получилось. Ровно в центре вот этого красного кружочка, который вот там внизу виден, да, видно такое голубое пятнышко. Красный кружочек – это работа VLT. Синее вот это вот облако – это работа Хаббла. А вот это вот маленькое пятнышко синенькое в центре красного кружочка – это одиночная нейтронная звезда, изображение которой получил телескоп Чандра.
Вот не знаю, насколько, ну, я вас сумел впечатлить, но имейте в виду, что это вообще восьмая нейтронная звезда одиночная, которая вообще когда-либо была замечена. И это первая одиночная нейтронная звезда, которая открыта в другой галактике. Так что это довольно значительное открытие. И вот этот способ теперь считается, ну, как бы очень перспективным для того, чтобы продолжать открывать такие объекты. Вот. Видите, в этой истории сыграли огромную роль вот эти вот два космических телескопа – Хаббл и Чандра. А, вот тут даже такое кино. Это просто так, красивая картинка. Видите, мы как будто летим к этому Магеллановому облаку. Вот оно. Сейчас оно будет все увеличиваться, увеличиваться. Вот. Сейчас мы увидим остаток сверхновой. Еще музыка такая. Да. Вот сейчас появится остаток сверхновой. Вот. Здесь, да? Крупнее, крупнее. А вот и нейтронная звезда, которую мы открыли. Да? Вот так, да. Ну хорошо. А теперь несколько слов все-таки о том, для чего нам все-таки выносить телескопы за атмосферу. Собственно, для этого есть три главных причины. Первое. Они все три связаны с атмосферой. Первое заключается в том, что атмосфера все время дрожит и трясется. Атмосфера турбулентная. Здесь наверняка присутствуют и студенты замечательного университета, в котором мы находимся, и они знают, что размер дифракционного диска оптического обратно пропорционален диаметру зеркала. И чтобы получать очень маленькие диски, мы должны делать огромные зеркала. И мы действительно это делаем. Телескопы, вы знаете, строятся все больше и больше. Но гадская атмосфера уничтожает все эти усилия. Потому что какой бы большой телескоп мы ни сделали, какие бы большие зеркала мы ни сделали, атмосфера все равно сделает так, что меньше, чем примерно одна или половина угловой секунды, мы объекты различать не можем, потому что атмосфера все это все равно стирает. Вот это первая причина, по которой надо выходить в космос. Вот, смотрите, вот это вот примерно так вот мы видим звезду в обычный телескоп на Земле. Да? Вот примерно вот так. Это в реальном времени. Сами понимаете, что ни о каком разрешении угловом быть не может, когда речи быть не может, когда у нас в поле зрения вот такое дрожащее пятно, и сделать тут ничего нельзя. Ну, есть адаптивная оптика, которая пытается что-то с этим сделать, но все равно это страшно сложная вещь. Как только мы выходим за атмосферу, все это исчезает. Я имею в виду, что мы наблюдаем очень маленькие угловые размеры изображений. И это кардинальным образом меняет наше изображение. Это раз. Вот тут как раз схематически показано, как в атмосфере все это происходит. Вторая вещь – это то, что атмосфера задерживает определенные длины волн. Вот я уже сказал, что мы не видим жесткого излучения. Мы не видим мы и так бы его не видели, но мы не можем его принимать никакими приемниками. Ни рентгена, ни гамма, ни инфракрасного излучения, не микроволнового. Ну, микроволновое видим в каком-то смысле, но тоже водяной пар почти все задерживает. Как только мы выходим за атмосферу, все это становится прекрасно. И поэтому пытаемся строить телескопы в таких местах, где очень высоко, очень сухо, очень хорошая прозрачность, очень холодно по возможности, потому что чем холоднее, тем меньше воды. И вот такие прекрасные картины. Это на Гавайях на Мауна-Ки, 5000 метров высота. Это Пик дю Миди во Франции. Это тот самый Параналь, Чили. Это Южный полюс, станция
Amons & Scott, где вообще даже не работают шестеренки, потому что смазка замерзает при температуре минус 60. Тем не менее, как-то все-таки вот пытаются там устанавливать инструменты. И в конце концов получается, да, вот эта адаптивная система, в конце концов получается, что все-таки мы должны выходить за атмосферу. Не знаю, удалось мне как-то убедить, что мы должны платить такие деньги, чтобы получать хорошее изображение звезд. Видимо, все-таки да. Остаются деньги у богатых государств для того, чтобы это делать. И даже у нас какое-то количество денег остается, как мы скоро увидим. Я вот хочу рассказать еще и о нашем тоже космическом проекте. Ну, вот это знаменитый Хаббл, о котором все уж, конечно, слышали, и о котором я как раз не хотел рассказывать, потому что, ну, просто о нем все знают. Невозможно было хотя бы двух слов не сказать про Хаббл. Он уже вообще, по-моему, три срока своих отработал. Он был рассчитан там, по-моему, на 8 лет, а работает уже больше 20. Вот, и продолжает работать. Ну, не все, может быть, знают, что когда его только запустили, это был страшный конфуз. Благодаря тупой и примитивной ошибке техника, который устанавливал мерную линейку при изготовлении зеркала, случилась ошибка на полмиллиметра в установке контрольного устройства. И в зеркало незаметно внесли огромную сферическую аберрацию. И когда этот баснословно дорогой телескоп оказался в космосе и получили первые снимки, они были вот такие, как слева. То есть там просто ничего не было видно. Там была такая сферическая аберрация, что все деньги вылетели в трубу. И пришлось посылать специальную операцию, вот тут на этой схеме показано, как это все получилось, но не будем сейчас в это углубляться, пришлось посылать специальную команду, которая через 2 года установила специальный корректор в телескоп Хаббла. И только после этого он начал нормально работать, и начал, но зато уж после этого он сделал столько в астрономии, что, пожалуй, вот этот один не очень большой телескоп с размером зеркала 2,5 метра, а вы знаете, что сейчас наземные телескопы имеют зеркала и 10, и больше метров, а вот сейчас в Чили строится телескоп с размером зеркала 39 метров. Тем не менее, вот этот скромный Хаббл сделал, пожалуй, больше, чем все наземные телескопы вместе взятые. Вот пример того, как отличается вот справа наземное изображение, а слева изображение, полученное с Хабблом. Вот. Пример одного из самых таких эффектных вообще снимков Хаббла – это знаменитое глубокое поле, Hubble Deep Field. Был выбран участок неба специально далеко от галактической плоскости, там, где поглощение галактическое небольшое. То есть, грубо говоря, там, где видно очень далеко за пределы галактики. И вот это все, что вы видите, это галактики ранней Вселенной. Это галактики, которые, возраст которых совсем немного отличается от Большого Взрыва. Это то, что галактики, возраст которых примерно на миллиард лет, а может быть даже немного меньше, отличается от момента Биг Банг. И вот это благодаря тому, что Хаббл смог это снять. Но не буду сейчас, опять-таки, в детали эти вдаваться. Это еще один знаменитый пример работы Хаббла. Это знаменитая система Фомальгаута, где Хаббл снял реальное изображение экзопланет. Вот то, что предыдущий спикер говорил, это как раз имеет к этому прямое отношение. Ну все, про Хаббл больше не будем. Я хотел рассказать тоже про такие новости, что ли, в этом деле. 25 апреля ожидается выпуск 2-го релиза миссии Гайя. Вот это перед вами космический телескоп Гайя. Он менее известен, чем Хаббл, но значение его совсем не меньше, чем у Хаббла. Гайя – это знаменитый астрометрический проект, запущенный для того, чтобы измерить координаты гигантского количества звезд. Ну, два слова хочу сказать все-таки о том, какое значение имеет вообще измерение координат звезд. Мы-то все как-то привыкли, что нам интереснее всякие физические процессы, которые там происходят, там всякие там взрывы, там, не знаю, там жизнь, галактики и прочее. Но не забудьте о том, что вообще вся, как бы, ну, картина Вселенной
пространственное, может получаться только благодаря тому, что мы точно измеряем координаты звезд на небе. Мы можем таким образом построить пространственную картину распределения звезд на небе. И дело это довольно сложное, потому что первоначально координаты привязываются к нашим земным системам. Но Земля, она очень такой неудобный, нестабильный инструмент для того, чтобы измерять координаты. Земля, как такой огромный волчок в пространстве, она вращается не идеально, она прецессирует. Ее ось с довольно большим периодом, несколько тысяч лет, совершает в пространстве такое вот конусообразное движение. Ну, как у волчка. Если вы волчок запустите, то он редко крутится вертикально. Он начинает вот так вот болтаться. И вот Земля точно так же и болтается, правда, с очень большим периодом. Но это приводит к тому, что если мы начинаем наши координаты привязывать к Земле, то они все время плывут, потому что из-за этой прецессии они все время меняются. Значит, задача заключается в том, чтобы начать привязывать систему координат космическую не к Земле и даже не к звездам, потому что звезды тоже все куда-то потихонечку летят в разные стороны. Мы этого не замечаем глазами, но звезды имеют собственное движение. Они очень немного на небе друг относительно друга смещаются. И за тысячи лет это вообще видно уже совсем хорошо. Если бы мы могли посмотреть, что будет на небе через пару тысяч лет, мы увидели, что созвездия совершенно другие были бы. Вот. Значит, к звездам тоже плохо привязывать систему координат. Надо привязывать систему координат к объектам, которые совсем далеко находятся. То есть к квазарам, например, к точечным объектам, которые находятся на расстоянии в миллионы, десятки миллионов световых лет. И для этого нужны очень точные аппараты и очень хорошее разрешение. А это как раз значит, что мы должны выходить в космос. И вот эта Гайя, которая запущена была 5 лет назад, она находится в так называемой точке Лагранжа. Это точка, где притяжение Земли и Солнца уравновешивается. То есть там хорошая очень стабильность получается у этой системы. Вот. Вот это старинный инструмент, с помощью которых измеряются координаты. Вот. Но это то, что я сейчас говорил о прецессии, о том, земная ось, как она себя ведет, видите, вот так она вращается, вот так вот. Вот. И вот, значит, этот спутник Гайя должен измерить, внимание, координаты 1,5 миллиарда звезд. 1,5 миллиарда звезд – это задача вот этого космического аппарата Гайя. То есть практически все небо будет покрыто объектами с точнейшим образом измеренными координатами. А точность измерений будет примерно 15 микросекунд дуги, 15 миллионных долей секунды дуги. Невероятная вещь. Кроме того, у этих звезд, у большинства из них, будут измерены параллаксы. То есть мы будем, не буду сейчас долго об этом рассказывать, но люди, которые следят за этим, они понимают, что это такое. Это означает, что мы расстояние на этих звезд измеряем просто прямым геометрическим методом. С Земли это сделать невозможно, потому что разрешение слишком плохое. А из космоса возможно вот таким вот способом. Да? Вот. Так что вот через 2 недели мы ждем выхода 2-го релиза Гайя, и астрономический мир просто он, что называется, замер в напряжении, потому что материал, который будет опубликован, огромен совершенно. А все это открытые архивы, которые смогут использовать ученые всего мира. Вот это тоже такое кино. Ну ладно, это все сейчас долго, я боюсь, что вас вам надоест. Там 2 телескопа, которые одновременно работают в перпендикулярных направлениях. Это вот цифры, которые, собственно говоря, я уже озвучил. Вот. Но, конечно, все это поражает воображение. Следующий, эпизод, о котором я хочу сказать, он уже касается России. Это очень, конечно, приятно, потому что последнее десятилетие, наука в нашей стране, конечно, находится в
не очень хорошем состоянии. И то, что все-таки у нас есть космический проект, который работает, который действительно эффектно работает, это очень, конечно, приятно. Это знаменитый проект «Радиоастрон». Что это такое? Это 10-метровый радиотелескоп, который вот, значит, находится на далекой орбите. У него апогей порядка расстояния до Луны. Вот. Работает на волнах от метра до сантиметров. И несколько рекордов. Во-первых, это самый большой по размеру космический телескоп. Ну, конечно, для радиотелескопа 10 метров не бог весть какая величина, но в космосе это самое большое сейчас зеркало, самая большая тарелка, 10-метровая. Второе. Это вообще самый большой искусственный инструмент, запущенный в космос. И последнее. Он достиг самого высокого углового разрешения в истории. За счет чего? За счет того, что он работает как интерферометр. Значит, что это такое? Вот этот телескоп на орбите. Другой телескоп находится на Земле. Ну и вы понимаете, что эффективный размер вот этого комплекта двух телескопов получается таким же, как если бы у нас была одна тарелка вот такого гигантского размера. То есть тарелка размером около 360 тысяч километров. Телескоп размером 360 тысяч километров. Ну да, правда, он разрешение добивается в одной только плоскости, вот, которая соединяет эти два телескопа. Но все равно разрешение получается фантастическое. Это доли микросекунд дуги. Вот благодаря этому удается получать... Вот это как раз вторые телескопы, которые работают как наземные компоненты. Это телескоп в Медвежьих горах под Москвой. Это телескоп в Светлом у нас под Питером. Вот. А вот что получается в результате. Это, смотрите, это ядро квазара, ядро активной галактики. Вот шкала, пространственная шкала, 5 парсек. То есть угловое разрешение здесь – это десятые доли микросекунды дуги. Вот. А это вообще супер картинка. Но, правда, тут есть небольшое жульничество. Это черная дыра. Вы, может быть, слышали, что 2 года назад был такой широко разрекламированный телескоп горизонта событий. Это когда несколько телескопов на земном шаре одновременно стали наблюдать центр нашей галактики в надежде получить изображение находящейся там черной дыры. До сих пор результат не получен. То есть меня много спрашивают, я делал ролик на эту тему и рассказывал об этом. Меня спрашивают, ну что, получилось что-то все-таки или нет? Нет. Потом сказать, что пока ничего не получилось. А вот здесь получилось. Но тоже хочу вам сказать на всякий случай, это, конечно, все-таки не реальное изображение, не живое изображение. Это симуляция. Но симуляция основана на реальных данных. Так что все-таки это некое подобие того, как должна действительно черная дыра в центре галактики выглядеть. Вот. Ну вот, собственно говоря, как там, я еще не перебрал? Еще есть время, да? Хорошо. Вот. Это вы только что видели в лекции предыдущего докладчика. Этот запуск ожидается через несколько дней, 16 числа. Это новый американский телескоп, новая американская миссия для прямого исследования, для прямого отыскания транзитных экзопланет. Только что уже было много сказано про транзитные экзопланеты. Я хочу только добавить к тому, что было сказано, одну небольшую вещь. Понимаете, Андрей хорошо рассказал о том, как, собственно, на чем основан метод транзита. Когда планета, экзопланета, планета другой звезды проходит по лучу зрения между нами и этой звездой, звезда потихонечку немножечко меняет свой блеск. Но вот как раз был вопрос, и как раз я подумал, что как раз важно сейчас об этом упомянуть. Почему, вероятнее всего, обнаруживают планету у красных карликов? Прежде всего потому, что там планеты близко к звезде. И понимаете, вот эти вот затмения происходят достаточно часто. Представьте себе, что кто-то захотел бы найти Землю таким методом, зарегистрировать существование Земли у Солнца.
на какой-то звезде, там на расстоянии нескольких десятков световых лет от Солнца. Смотрите, что пришлось бы делать. Да? Значит, они зарегистрировали бы маленькое падение блеска Солнца. Потом им пришлось бы ждать целый год, потому что Земля, как известно, в течение года вокруг Солнца обходит. Пришлось бы ждать целый год, пока на кривой блеска Солнца не появился бы опять такой же зубчик. А зубчик-то маленький, понимаете? То есть вообще, благодаря тому, что планеты типа Земля обращаются на больших расстояниях от своих звезд, для того, чтобы их транзитным методом уловить, нам надо очень много терпеть. Нам надо ждать вот год, а может быть, эти планеты вращаются и больше, чем год, ждать несколько лет, пока она опять не пройдет на фоне своей звезды. А откуда мы знаем, что это не облачко набежало, а действительно планета прошла между нами и звездой? У нас же нет такой гарантии. Вот если это происходит регулярно, там, через каждые несколько дней, тогда, конечно, никакое облачко не может такого сделать, если у нас периодически появляется вот такой зубчик. Но если мы должны каждого зубчика ждать несколько лет, то практически таким способом, конечно, отследить планету нельзя. Вот. Поэтому вот запуск этого корабля, он, конечно, очень сильно увеличит количество экзопланет. Мы ожидаем от него примерно 10-15 тысяч новых экзопланет, при том, что у Кеплера сейчас около 3 тысяч сделано. Да? Вот. Но все равно надо понимать, что это будут экзопланеты, находящиеся близко к своим звездам. Вот. Ну, вот это крупным планом этот корабль. Вот. Еще одна новость, которая ждет нас, 31 июля. 31 июля НАСА запускает еще один корабль. А это будет миссия к Солнцу. Этот корабль полетит, что называется, прямехонько к Солнцу и будет исследовать внешние области короны Солнца. Я помню еще, в советские времена был такой анекдот, что это Брежнев вызывает там космонавтов и говорит: мы решили послать вас к Солнцу. Говорят: ну, Леонид Ильич, там же жарко очень, ничего, все предусмотрено, вы полетите ночью. Вот. Ну вот, в каком-то смысле, этот корабль, он как раз на этом принципе сделан. Действительно, они в смысле полетят ночью. Дело в том, что там сделан очень теплозащитный экран из керамических веществ, толстый, который будет закрывать своей тенью, то есть как бы устраивать такую ночь для всех научных приборов этого корабля. Вот. Значит, вот это он как раз впереди показан. Видите, он будет как бы вот держать все эти приборы в тени. А рассчитан он на воздействие температуры около 1500 градусов Цельсия. То есть там действительно будет довольно-таки жарко. Вот. Очень интересные результаты, потому что такого никогда не было, такой миссии никогда не было. Это будет исследование солнечного ветра, исследование внешних областей солнечной атмосферы. Ну, в общем, вот результаты очень экзотические. И запуск, как я уже говорил, этим летом. Вот. Ну, вот так вот будет выглядеть. Вот смотрите, справа это то, как Солнце видим мы. А вот в такой будет масштаб у солнечного диска с этого корабля. То есть вот просто эта картинка дает примерное представление о том, как изменится, ну, угловой диаметр Солнца для этого корабля. Ну вот, собственно говоря, это почти все. Осталось вспомнить только про знаменитый телескоп Джеймса Уэбба, который опять отложен. Ожидали, что он будет запущен в этом году, но теперь уже известно, что он, видимо, раньше 19-го, а, скорее всего, раньше 20-го года не полетит. Вот. Но это будет тоже огромный прорыв, потому что у него зеркало, вот смотрите, вот на этой картинке сравнительное, как говорится, сравнительный масштаб. Вот справа Джеймс Уэбб, а слева Хаббл. Видите, насколько больше зеркало? Там 2,4, а здесь 6-метровое составное зеркало. Вот. Ну и, в общем, это, конечно, будет совсем, совсем другое дело. Если вспомнить, сколько успел сделать Хаббл, то от Джеймса Уэбба мы ждем, конечно, еще чего-то гораздо большего. Вот. Ну вот, наверное, на этом я и закончу. Не успел я вам надоесть?
Ну хорошо. Спасибо большое. Такой интересный доклад.